Сегодня мы поговорим о сливе кариса. Она у меня появилась ровно год назад. Пришло мне полугодовалым сеянцем от Ивана с Батайска. У него очень много всяких экзотических растений, в том числе и цитрусов, и всяких-всяких необычных. В общем, пришло это растение мне. Я заметила, что оно растет очень-очень быстро. И ветки, если их не прищипывать, они будут длинными. Несколько раз я его подстригала. И потом поняла, что проходит определенный период времени, и необходимо их прищипывать, веточки. Сами по себе они мало, когда вот так сами по себе взяли и вот раздвоились. Да? Нужно прищипывать. Если вот мы посмотрим на мою вот эту ветку, то видно, что сначала прищипка была здесь, потом в каждой из них здесь прищипочка, и они разделились. Пройдет немного времени, понаблюдаю, посмотрю, те, которые дальше шире начинают разрастаться, я их снова буду прищипывать для того, чтобы формировать аккуратную большую крону. Чтобы это не было просто одна палочка, одна веточка, которая где-то на высоте метр разделилась надвое. Вот. Плюс еще, для чего это делать? Для того, чтобы ствол самого деревца стал достаточно крупным, быстрее становился, более такой древесневеющий. Минусом из этой сливы является наличие колючек, и при обламывании выделяется млечный сок. Колючки выглядят вот таким вот образом. Цветки крупные, белые, прям реально крупные, примерно 3 сантиметра в диаметре. Смотрятся на растении очень эффектно. Очень. Они похожи на какой-то вот интересный цветочек, который вот у нас растет в огородах у многих, в палисадниках. А млечный сок, как говорят, что он опасен для детей, но я не знаю, я не проверяла, я его не пробовала. Вот. Веточки специально я удерживаю, чтобы они не цеплялись мне за шторы, чтобы можно было поставить компактно к окну, к окошку, чтобы все было хорошо. Я так поняла, что цвести он начинает тогда, когда есть достаточный перепад температуры. И вот в прошлом году он цвел в январе-феврале. Заложил бутоны. Ну, посмотрим, понаблюдаем, как будет у меня. Получается, на данный момент, на сегодня, на 11 июля 2024 год, ему 1,5 года, этому растению. Оно уже цвело, но еще не плодоносило. В настоящее время оно выглядит вот таким образом. Хороший, такой замечательный кустик. Стоит у меня на восточном окне. Поливаю по мере просыхания почвы. Почву я сделала точно такую же, как у цитрусов.